Ну, дорогая, привет. Девочка, привет. Что там случилось у тебя? Да я у мамы в гостях, а у нас почему-то компьютер никак не включается. Что нам делать? Да ты что? Да, слушай, а там системный блок есть, такой большой ящик, знаешь? Угу. Из-за стола стоит, и там кнопочка большая. Ты нажимала на нее? Да, нажимала. Так, а от нее должен идти шнур. Посмотри, он включен в розетку? А, сейчас проверю. Мама, принеси фонарик. А фонарик-то зачем? Ну как зачем? Не видно? Нам же свет отключили. Вот, и стало скучно, мы думаем, сейчас киношки посмотрим, а компьютер не работает. Что ты ржешь? Лё. Ну, здравствуй, Супермен. Чё, где шлялся Супермен? Жать-то хочешь, Супермен? Чё Супермен-то, Супермен? Чё там, у тебя пластинку, что ли, заела? Так нет. Ведь только Супермен одевает поверх своих штанов трусы. Меня теперь уволят, я в таком виде с работы ехал. Ой, Геночка, привет. Ты, что такое? Что случилось? Да начальник, сука, бесит уже меня на работе, представляешь? Ну никакого спаса, никаких сил от него нету, блин, вообще. Блин, а можешь тебе делать так же, как вот мне мой психолог советует? А как он, ну что делать-то? Ну вот смотри, вот человек, который тебя бесит, ты ему пишешь письмо. Mm-hmm. Вот, а потом сжигаешь его. Ага, а письмо, с ним что делать? Ну чё, бабулька тебе пирожков напекла. Айда, пойдем покушаем. Хер ты мой компьютерный. Бабуль, ну сколько тебе раз говорить? Не хер, а хакер. Хакер я. Хакер? Да. Любимая, там сейчас на твой телефон придет номер. С циферками продиктуешь мне, пожалуйста? А, сейчас. Так, пришел. Давай, диктуй, я записываю. Ага, так, Че? 50 тысяч? Ты что, охренел, что ли? Я скин покупаю на танчик. Он так-то стол стоит, я со скидкой беру по акции. Какой танчик? Значит, мой юбилей в ресторане отметить это дорого. Ты что, блин, охренел, что ли? Танчик за 50 тысяч, блин. В жопу себе его засунь. Вчера меня пригласили на вечеринку. Я ел вкусную еду, пил крутое крафтовое пиво, слушал классную музыку и вообще шикарно провел время. А все потому, что я никуда не пошел, а остался дома. Вот так вот.